Приветствую вас, зрители, гости и подписчики YouTube канала Русский Тяжеловоз. Мы приехали на проверку табуна 18 февраля. Насыпали неделю назад овса им вдоволь на расчищенной площадке. И вот они у нас в волю кушали. Сегодня мы сейчас тут посмотрим, что осталось, не осталось. И надо посмотреть, кобылка у нас тумбочка. Здесь она, не здесь. А здесь еще достаточно осталось. Еще они тут покушают. Можно сказать, половина осталась. Баланс идет. В общем, так как стоит мороз, оно все это быстро замерзает. И в конце концов, они все очень чисто здесь скушают. Ничего не останется. Так. Здесь мы прям видим. Все нормально. Ребенка финика надо увидеть. Финик, златик, булочку, тумбочку. Это жасминка у нас идет. Побежали, там тропинку накатали. Также нужно посмотреть на той старой площадке, как дела обстоят. Так сложилось, мы им насыпали. И пошла метель сильная. Неделю они там стояли. Может, чуть больше. И потом оттуда ушли. Но когда они ушли оттуда, мне показалось, что они на 3-4 дня раньше времени ушли. По расчету должны были еще попастись. Так вот, я думаю о том, что, может быть, задуло этот овес. И из-за этого они ушли. Так, а сейчас мы пока отключимся, поскакать туда дальше. Так, вот он, златик, один из славных же ребят. Но я не думаю, что им трудно сесть на тебеневке, так как волю насыпан овес. Это был эфиоп, Франция, а вот и финик. Ничего себе, он шпарит, не отстает. Значит, чувствует себя отлично. Но это, конечно же, лакмус. В общем, они не только овес едят, продолжают еще и пастись. Здесь вот немножко возвышенность, снега как будто бы меньше стало. То ли он осел, то ли вымерз, то ли его сдуло. В январе здесь было на коне уже трудно ехать. А сейчас нормально. Это, конечно, мы по тропинке и едем. Но снег стал более мягкий. Структура изменилась. Продолжаем путь к нашей площадке, которую мы делали в январе. Посмотрим, как там дела стоят. Опа. Большая совраска, ласточка. Бразилия. Вроде минус 15 сегодня, потеплело первый раз за 2 недели. Но с ветерком прям так холодно. Вон козел побежал. Слышь.
Так, приближаемся к нашей площадке. Посмотрим, как тут обстоят дела. Тропинка к ней натоптанная, очень хорошая. Лошади ее посещают до сих пор. Мы сюда завозили сначала две телеги овса, а потом еще три телеги. Вот посмотрим. Вот они тут выколачивают ее. Да, действительно, немножко тут подзадуло. Подзадуло. Но они ходят здесь. Скорее всего, оно должно еще оттаять. Ой, что здесь? У нас была соль насыпана. Да, скорее всего, немножко задуло. Можно будет с лопатой сюда приехать, с ломиком. Все это поковырять здесь. Да, здесь задуло. Ну, не повезло немножко. Только завезли, и пошла метель. Вот они ее тут со снегом утрамбовали. Они идут сюда сами. Так, ну сейчас мы, в общем, ничего делать не будем, а потом попозже можно будет на ломик приварить такую, типа как лопатку, сковырять это все. Или может, когда оно растает, его съедят. Поправилась. Он. Вроде бы Мексика. 8. Черемуха. Бразилия. Вот она тумбочка идет. Это булочка. Сейчас ветер в спину будет как-то более-менее полегче. Что-то у нас в этом году зима. Декабрь, январь, февраль. Жесткие такие вообще прям.
Люко. Люко вроде бы жреба. Малыш, что-то не бодрый сегодня. Нету в нем азарта такого прям. Так, это кобылка-крошка. Кобылка-крошка. Ласточка номер два. Такое ощущение, как будто снега меньше стало. Так, это у нас Жозефина. Или это молодая звездочка, которая... И сейчас у нас таких желтых получается три. Три таких желтых. Получается две площадки друг от друга на расстоянии километра три. Они между ними переходят. Дунай, жеребчик. Плюс идет. Дуная. Комароходец. Сачка. Крапушка. Так, я же считаю. Считаю сейчас. Арабская ночь, Норвегия. Вот эта кобылка тоже была худенькая. За февраль поправилась. Так, да Миланка у нас. В общем, они здесь все идут. Вынужден отключиться, так как у меня очень сильно замерзли руки. Платик со Златой шпарит. Только так. Все лошади на месте. Все, поехали домой. Поехали домой, малыш. Сегодня у нас будет погрузка жеребчиков. Один из них по кличке Балхаш. И он уезжает в город Балхаш. Представляете? Поедете в город Балхаш. Там климат немножко потеплее, чем у нас. Будете там работать жеребцами-производителями. О, потихоньку. Сейчас про черный. О! Ну как хорошо получилось. Хорошо получилось. Во. Так, все, загрузили. Все, потихоньку отъезжай. Сейчас, сейчас. Это стоит Балхаш. Посередине вороной жеребчик и рыжик. Здоровяк. Все, погрузка произведена. Отправляем Балхаш. Кнопка бегает, ищет жеребчиков. Она здесь уже с ними свыклась и теперь ищет. Кнопка кайфует второй год подряд дома. Жеребята, мы отняли от табуна в середине января, так как они очень быстро потеряли в весе. Вот сейчас уже округлились, стали более справные, бегают, прыгают. И даже жеребчик кактус, который уже порой не мог даже самостоятельно подняться, последнее время запрыгал.
стал играть. У Гиацинта глаз болел, вылечили, все нормально. Вот он идет, самый маленький. Это ландыш. Гнедой кактус. Вороной василек. Белогривый с широкой лысиной зверобой. Это канадец. Нет, не канадец, а каштан. От кобылы Канады. Там стоит дальше лимон. Самый последний стоит чабрец. Тут вот рыженький, не помню, как кличка. Месяц не ездил и поправился. Тяжело идет. Пришла нам в посылке подарок от Ивана Попона, специально на малыша. Теперь он у нас модный парень. После зимней поездки вещь нужная. За это большое спасибо.